Так, я думаю, что все же меня слышно. Но если не слышно, тогда я не знаю, что делать. Так, сейчас, момент, ребята, я на полный экран сделаю. Вот, шикардос. Где мы там с вами остановились? На 5 уровне, по-моему. Ну, давайте с него и начнем. Да, вы, конечно, извиняйте, но... сейчас у меня что-то... проблемы с интернетом. Почему-то у меня очень плохо идет трансляция прямого эфира. Поэтому я, наверное, пока посижу на записях. Я думаю, вы будете не против. Но также я буду смотреть, кто что посмотрел. Так, где мы тут остановились? Вроде как мы спасались там от кого-то. От чувака. Так. Да-да. Вот, тяпки тут всякие. Ну, давайте посмотрим, что тут получится. А, я думаю, что тут фонит. Ладно. Толком ничего нету. Костер. Кнопка. Похоже на предохранитель. Уже. Зачем? Еще один надо найти, да? А зачем? Мне вот интересно его искать. Давайте поищем. А, вот он. Как к нему попасть? Интересно. Это головоломка. Ну-ка. Ну, я так понимаю, это не просто ж так. Ой. Или, наверное, просто так. Хрен его знает. О, он умеет так забираться. Но я так примерно прикинул. Это можно так сделать. Слушайте, реально? Смотри-ка. Котелок-то варит. Похоже на предохранитель. Похоже. Давай-ка я его лучше сначала засуну. Этот предохранитель. Так. Теперь можно попробовать открыть дверь. А, типа она бы не открылась бы. Значит, сначала все это непонятно. Окей, окей. А где этот бак с дробовиком? Еще пауки какие-то. Ползали. Интересненько. Что за звуки? Большущие клетки.
Ну ладно. О, кровь. О, лучок. Нам куда? Можно наверх. А если вниз? Замок. Угу. Ну, значит, нам полюбасу вниз надо будет. Ну, тогда пошли. Даже не... Блять, напугал. Что-то жутковато пошло. Так. Паучок. Так. Вода такая, знаете, нереалистичная. Прям видно, как она верхним слоем наложена. Интересно, что это такое. Ну, типа, нам туда. Сейчас нас что-то схватит, да? Нет? Ага. Я так понял, особых взаимодействий с этими у нас нету. Они просто так для антуража тут. Тащить какой-нибудь тельце. Ну. Ага. Я понял. Я понял, не дурак. Делать надо. Оу, паук. Ну да, надо же на него посмотреть. Это, знаете, как-то... Какая была бы ваша реакция, если ты увидел такого паука бы? Ты бы еще бы секунды 5 посмотрел на него, куда он ползет, или сразу рванул бы в это. О, свой уровень. Я даже просто не думая сиганул бы. И я еще бы закрылся решеточкой бы. Потому что, ну, я хоть и пауков-то не особо-то боюсь. Нет такой боязни. Но все равно. Особенно таких размеров. Лучше бежать. Так, ну шестой уровень, давайте посмотрим. Это, если честно, какой-то маленький пятый уровень. Но уже пошли. Ой. Я не вижу. Достижение получили, ням-ням. То, что он меня укуснул. Я так понял, нам... Нет? И сюда? Ну ладно. Сюда. Я так понимаю... О! А мне надо... Куда же нам еще надо идти? Ну правильно. В гнездо пойдем. Это просто, как вы знаете, я вот эту игру показываю так, разнообразить немножко контентик. А то танки да ассасины это немножко
Такое себе. О, вот хоть лицо главного героя показали. Немножко чем-то похож на меня. У него борода и усы черные, а у меня немножко не такой цвет. Вопрос, откуда дует? А, господи, оно оттуда дует. Так. О, я секретную комнату нашел. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Чисто случайно. Но это просто секрет какая-то. Не открывается. Похоже, замок заржавел. Это, я так понял, тоже не открывается. Э, паучок! Ой! Гад, я с ним здороваться хотел. Он убежал. О, сюда можно? Не знал. Прикольно, прикольно. Ну, вот я так понимаю, лампочка прям подсвечена куда надо. Не открывается. Нет? Похоже, замок заржавел. Ага. Какие? Вообще можно ноги сломать. Такой-то высоты. О. А где? Я же сверху упал. Магия. Мне Хогвартс. Кстати, ребят, я тут, можно сказать, вчера, и сегодня воскресенье. Ну, короче, да, смотрите, я-то это записываю в воскресенье, а выложу это я в среду. Блин. Вот, короче, вчера, в субботу, 22 числа, ходил в VR-клуб. Очень понравилось. Был... очень приятно удивлен. Можно это взять? Где? Мне не очень нравится вот этот мост. Все-таки в этой игре можно умереть. Это самое главное, ничего нет. Ну конечно, куда же мне идти? Ну так, по болоту дальше. Чё-то я это тупанул немного. А, вот. Проход. По-моему, был. И? Отлично. А. Я смогу залезть наверх. Лестницу надо было взять. А куда ее поставить? Начало, что ли? Вот была кнопка маус. Да и поставить-то надо. Да я забраться должен. Угу. Я еще найди, куда надо. Я не могу. Бульбас куда-нибудь вот сюда. Как это интересно. Интересная логика. Интересные игры. А, тут бы я бы не... Нет, прошел. Надо бы, может бы, надо было куда угодно ее можно было поставить. Что-то заплетаюсь словами. И, конечно, от первого лица с элементами хоррора, да, пугающе немножко было. Но в основном это просто приключение. Я просто иду, и со мной разворачивается главное сюжет. Не смотреть вниз. Как это? Вот так вот обычно все подходят. Главное не смотреть вниз. И падают. Нихера себе. Вот это паучок, я понимаю. И раунд. Ладно, тот средний паучок еще ничего было. Жим. Блин. Ай, чё, геймовер? Встреча с монстром. Спустя 2 дня выпал снег.
Климат резко менялся. Холод пробирал до костей. Мне нужно было найти укрытие и переждать очередную бурю. Это типа то, что мы внизу упали. Это 7-я глава. Будем говорить, что это глава, а не уровень. А то как-то 7-й левел тоже неинтересно. Мне все-таки кажется, что это вот мы головой ударились, и нам опять типа чудится. Типа опять сон. Мелод какой-то непонятный. Ну вот есть дома. Окей. Пойдем в первый дом посмотрим. О, это же гном. Как всегда, пока найдешь вход в этот дом. О, слушай, правильно. Первый же дом зашел. Похоже, здесь можно передохнуть. Нужно найти спички и дрова для костра. Кашляешь. Отлично. Я нашел спички. А дрова? Что будешь брать? Второй этаж. А дрова типа должен на улице. Ну пойдем. Дрова поищем. Там еще домик есть. Ну туда не пройти. Пойдем сюда. Ну, вроде вот так. А вот дрова. Дай дрова. Или надо сходить в дом и спросить, можно ли взять дрова. Так. Не открывается. Похоже, замок заржавел. Открывается, похоже, замок заржавел. Интересно. Как сюда только вот так вот можно попасть? Прыгая через все вот это вот. Ну ладно. Еще есть дом, и там сарайчик есть. О, это я не видел. О, а сюда войти можно. Гасники, что за подвал? Трава. Вот столько дров лежит, я могу только это взять. Я нашел дрова. Можно возвращаться. Сейчас какая-нибудь жопа вылезет, да. Эй, вам нужна помощь? Давай посмотрим. Ну или обосремся. Вам нужна помощь. Ну вот и все. Никого. Это что-то вылезет припас. Ну не может быть все так гладко. Жиматься.
Я что-то там не очень сильно хотел оставаться. Что, спички есть? Ну, можно, конечно, туда сходить. Хотя я думаю, что там... А, меня дальше не пускает. Тогда все окей. Где-то немного коряво. О, я, кстати, не могу ниже опустить голову. Без ног. Ну ладно. Без ног, так без ног. Хотите сказать, он в зимнюю ночь, Женя еще. Хотите сказать, это вся седьмая это, глава. Сейчас глава 8, вы можете идти дальше. Слушай, ребят, что такие маленькие главы? Прям чуть-чуть. Зима, минус 15, типа. Это, так я не понял, а... Паук куда делся? 2-метровых размеров. Квак, ну давай, ну через бревно перелезть проще, чем... О, там чувак. Ну да, спасибо, что вы меня остановили. Пойдем посмотрим, что он там. О, никого. Это магия. У них Хогвартс опять же. Вдалеке что-то есть. Что-то или кто-то. Пикап. Сейчас он. Я подойду, он уедет. Нет, не пикап, это такая не серьезная машинка. Давай. Машина на ходу, но нет бензина. Нужно быть осторожнее. Водитель может быть где-то рядом. Ага. Водитель может быть где-то рядом. Заебись. Типа что-то хотел сказать, но он не сказал ничего. По эту сторону все закрыто. Окей. Это правильно ли я иду, не знаю. Тут развилки всякие куда-то. Я пока прямо скажу. А, все, прям меня не пускает. Я понял. Пойдем тогда в развилку. А теперь ноги есть. А, вот тут кровь.
Я понял. Ну вот начнем, пожалуй. Неплохо ты прокачал свою тачку. Ну тут есть кровь. Следы крови. Нужно узнать, куда они ведут. Вот ёпти, вот вы увидите на снегу следы крови. Пойдете смотреть, куда они ведут? Я вот точно нет. Нахуй мне это надо. В принципе, тупо говоря, человек бы, потеряв столько крови, уже точно не жилец. А это значит, его что-то или кто-то утащил. Кто это мог сделать? Нужно возвращаться назад как можно скорее. Сейчас прям нахуй бежать будем. Кто это сделал? Это тот самый голодный паучок. Оставил ручку и ножку. Невкусные. Но, к сожалению, едет он сам. Я не управляю. Сейчас что-нибудь выскочит. А мы это собьем. Ни одной живой души. Чего мы тут забыли? Глава 9. Ну тут всего 10 глав. Она маленькая. То, что мы с вами первый раз сыграли первые 5 глав. И вот сейчас остальные 5 сыграем тоже. Сейчас по любасу 9 будет. Да, пожалуйста, 9. О, на улице уже минус 17. Холодает. Эх, коряги какие-то. Правильно, в другую сторону поедем. Прикольная анимация руля. От слова совсем ее нет. Надо по сторонам именно смотреть, блин. Видишь, с рулем, смотри прямо только. Олень. В таком пикапе на такой скорости задавить оленя и перевернуться от него невозможно. Это если на велике ехать в него врезаться, тогда да. И то он живой останется. А ты себя покалечишь. Мы вообще на какой-то блокпост, я как помню, идем. А это мы. Ну давай. Это уже военная техника. О, это же М60. Вроде как. Вроде похож. Ну да, слушайте, М60. Почти. Немножко переделанный. Чтобы не было сходства, наверное. Ну ладно, пошли. Особых тут предметов не пособираешь. Эвасуру. Пункт эвакуации. Похоже, не все успели эвакуироваться. Ну, судя по военной технике. И все, что тут осталось, да, они все успели выбрать.
И кажется, тут точно была бойня. Можно? Тра-та-та-та-та-та-та. И пошли, ладно. Короче, аномальная погода убивает всех, потому что она просто капитально резко меняется. О, замерзаем. Быстрее! Ну вообще на улице, как тут говорится, минус 17, и ну, она резко может упасть и до минус 100, наверное. О, отогрелись. Здесь не лучше. Да, я уже знаю. О, господи, тут еще не пролезешь. Очень высокие. Бункер для хоббитов. Даже особо ничего не подберешь. А вот и Джонни, ублюдок. Когда он успел опередить нас? И снова я в ловушке. Ищи выход, детектив. Детектив. Да, вот написано. Данжер опасно. Последняя шашка динамита. Как раз, кстати. В укрытие, умник. Тут не спрячешься особо. Чего убило? Я живой. Могло быть и хуже. Господи, в такой маленькой комнатушке. Такой шашки динамита, блядь, тебя разорвет просто. Могло быть и хуже. Могло быть и хуже. О, серьезно? Мне дадут пострелять? Интересно. Ты что натворил? Что, не нравится? Не убегай от меня, Джонни. Ты же хотел веселья. Теперь я наоборот, да? А зачем там эта буква была? Я не понял. X. Я бы все равно бы в него не попал бы. Я бегать не могу с дробовиком. Где же ты прячешься, а? Кто там при вас? Больше негде. Ну, кстати, есть развилка такого события. Тут того, кто хотел нас убить, но он, в принципе, и не убивал. Он нас просто в клетку сажал, раз посадил, два посадил. Мог бы уже давным-давно бы убить бы. Но тут просто есть такая развилка, типа, можно... Вот тут тваринка. Он в упор стрельнул из дробовика и хоть бы хны. Короче, сюжет развилки прост. Мы его можем простить, а можем наказать. Поэтому... Там посмотрим. Конец пути. А, ну вот, последняя, 10 глава. Будет решаться жизнь. Черт, нет патронов. Все выкинули. Ну, прекрасно. Да, все, 10 глава. Да постой ты, не убегай! Я могу тебе все объяснить. Не нужно ничего объяснять, я и так все знаю. Тебе не жить, Томас. То, что ты делаешь, тоже ненормально. Остановись, пока не поздно. Мир рухнул, Томми. Ничего уже не исправить. Туда схожу. Синюю комнатушку.
Секретная комната. А что в ней секретного? А горит синим цветом. Нифига себе, секретная комната. Я думал, там что-то есть. А тут просто ничего не было. Ну такая, знаете, игра, если честно, уже на один раз она. Второй раз в нее играть что-то не особо будет интересно. Головоломок здесь особо нету. Есть что-нибудь интересное? Не-а. Угу. Две двери. Не важно, да? Он сейчас сверху прыгнет или еще что-нибудь. О. О. Ложись! О, а ты кто? Бух. Интересно. Тебя разбудила моя игра на гитаре? Ну да, я плохо играю. Разучился уже. Как себя чувствуешь? Как человек, которого чуть не взорвали. Ты в своем уме? Ну извини меня, случайно вышло. Я на этого паука давно охотился, а он, тварь такая, постоянно убегал от меня. Я Стив, кстати. А тебя как зовут? Я Томас. Как же ты смог выжить без хорошей пушки, Томас? Здесь такое водится. Страшно представить. А откуда здесь эти твари? Вижу, ты не местный. Эти твари здесь давно. Как на поверхности стало холодать, так они волнами в подземелье и хлынули. Так как ты у нас человек гражданский без пушки, будешь держаться за мной. Открываешь дверь, я зачищаю комнату, и мы идем дальше. Открывай. Подожди ты. Вот она высвечивается, но очень коряво. Ну, я петь не могу. Ну, падла. Просто в игре есть достижение сыграть на гитаре. Я, вот тут что-то высвечивается у меня, я не могу. Понять не могу. Ладно, иди в задницу. Не выполняется это достижение почему-то. Ну, не могу я ее схватить. Открывай дверь и отходи. Да, пожалуйста. Вот тварь! Сегодня мы без ужина. Если ты, конечно, не хочешь полезть за ним. Что скривился? Шучу я. На ужин у меня сегодня ты. Да. Вот высвечивается я белое. Я так же плохо, как играю на гитаре. Открывай дверь и отходи. Дай гитару взять, тварина. Я просто пытаюсь поймать тайминг. Вот оно не... Ну, хоть убей. Ладно. Выполни достижение с играми на гитаре. Да хер тебе. Гитара есть, а ты хоть обтыкайся. Немножко корявый здесь это вот. Полезли. Я не против. Должен вот именно я тебе все открыть. Ручек что ли нету? Чисто. Молодец. Я, кстати, не один живох. У меня брат есть. Втроем-то всяк веселее. Очень заманчиво. Но я не могу здесь задерживаться. Я направляюсь в бункер выживших. Это тот, который D7? Забудь о нем. Там ничего нет.
Я уже был там. Да и на улице так похолодало, что замерзнешь в считанные секунды. Оставайся здесь, у нас. Будет весело. Идет, идет. Нет, чувак, у меня цель D7. Я только в D7. Вот я провалюсь по любасу, говорю. Ну я ж сказал. Что я провалюсь. Это прям закон такой. Он нормально, а я провалился. Ты как там? Живой? Да. Живой пока. Это хорошо. Ладно, попробуй подняться наверх. Встретимся позже. А ты что, мне даже не поможешь? Чем? Волшебной лестницей. Попробуй выбраться сам. Встретимся на другой стороне. Угу. Попробуй выбраться. Ну а ты попробуй. Пустите меня. Навато тут. Интересно проходы. О, паучок. О! Любопытный. Получено достижение. Дверку мы закроем. Так. Это не открывается. О-о-о. Серьезно, тут. Рубин. Ну, мы идем дальше. Причем... А лестницы наверх нету. Вот отсюда по любасу кто-нибудь выскочит, когда я чуть дальше пройдусь. Или спереди что-нибудь выскочит. Одно из двух. Возможно. Вот мы. Ой, бля, вот я не люблю такие места. Особенно еще свет вырубился там. Красавцы. Ну ладно, пойдем. Делать нечего, делать нечего. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. Это мне там вот не нравится. Я хоть и не понимаю, что это такое спирт. А, там лестница. Ну вот это. Куда-то, ладно. Ни туда не можем. Что-то какой-то бесконечный коридор тут. Кровь. Нифига. А мне куда-то надо было идти? О. Интересно. Темноватенько. А я так не понял, мне канистра-то для чего нужна? А, для этого.
У меня все вылилось. Ну чё? Сейчас там какая-нибудь хрень появится. Я сейчас включу его. Ну, я же говорю. О. Господи. Ну чё за тупизм? Ой, я такой маленький. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, побежал. Вон. Пойдем, что ли? Там кого-то видел. А там проход. Но здесь никого. Куда он делся? И зачем вообще тут это место? Если здесь ничего нет. Странно. О! Э! Паук, стой! Паучок! Ямба! Мы уже как родственнички. Господи, чё он застревает? Высоко. Не высоко, не низко вроде бы. Так, момент. Хочу кое-что проверить. Все окей. Чеки, я просто хотел проверить, ну что-то. Ну, игра серьезная. Так, ладно. Мы идем. Уже просто закончить хочется. Но это не к добру. Вот эти моргающие большие коридоры. О, побежали на тебя. Не, они будут смотреть назад. Кровь, обосрался кто-то. Ну ладно. Наконец-то. Короче, идем скорее, а то замерзнем здесь насмерть. Тем более в твоей-то одежде. Ты что, на пикник собрался? Ну извини. Здесь нет магазинов одежды на каждом углу. Хотя теплая одежда мне не помешает. Так, бежал, стой. Давай быстрее. Ну ты медленный. А, он мне сам идет. Да ты пройти. Ты противный какой. Харе за ним идти. Харе. Немагниченный какой-то. Любаса что не должно быть. Ну, дверь не открывается. Чем это помещение? Ну он. Вот мы и на месте. Устраивайся поудобнее. Мой дом, твой дом. Хоть и ненадолго. Я ж тебя все равно не смогу остановить. Верно? Не знаю пока. Если ты говоришь, что там ничего нет. Уверяю тебя, неделю назад там никого не было. Ладно. Никуда не уходи, я сейчас приду. Это вот 10 глава очень долго. Вот. И можно сыграть на гитаре.
чё так? Отцепись ты от неё. Дурачок. Чё достижение? Горячую плиту потрогал. Я так понимаю, мне отсюда можно выйти, да? Нет, нельзя. Что делать? И? Ты кого привел в наш дом? Это же тот самый детектив, о котором я тебе рассказывал. Убей его! Успокойся, Джон. Никто его убивать не будет. Я могу все объяснить. Как ты можешь так говорить? Он же чуть не убил меня. Иди за мной, Томас. Я выведу тебя. Я. А, вот для этого нужен был этот проход. То, блин, там с первой по девятую главу они коротенькие, а вот эта десятая все никак не кончится, блин. Они специально ее растянули. Ну. Открывай дверь. А, там это, наверное. Падла какая. Делать. О, чувак. Лучше ты бы свет бы не включал. Какая-то фигня. Фигня достижения. Финал. Все что ли? Я думал, какая-то развязка здесь. Эйп. Резум. Я хочу резум. Ты чё, всё кончилось? Какой-то конец непонятный. Понятно. Exit game. Йоу. А у меня из гид... Ты мне в игру войди, блин. Вышел мне на рабочий стол, главное. Офигеть, офигел. Игру-ка обратно давай. Это я на это не подписывался. Ну чё, Сен? Я ж подумал, уже игра не будет запускаться. То есть всё сломалось, поломалось. Кстати, во вторник буду снимать кое-что интересное. Ну, сначала это я должен установить. Дайте-ка ещё раз проверить. Это типа всё, да? Офигеть. Ну, 10 глав. А еще есть DLC. Lost Gift, Storm is Coming. Я, конечно, не понимаю, в чем разница. Lost. Помедленнее или что-то такое. Какой-то есть режим выживания здесь. Это DLC-версия. Непонятно, для чего она тут.
У меня же есть, надо же попробовать сыграть что-то такое. Я слушаю. Так, теперь надо определиться, что... Радиация. Серьезно. Чтобы я бы понимал, бы, что делать-то. Подарок. Ну, типа, впереди радиация, я понял. Только не совсем. Но есть фура. Фуре пусто. По все, да? Немножко непонятно, что тут от меня вообще хотят. Я пробую, я играю. Но немножко что-то непонятно. Ну, радиация тут есть. Ну и чё, подарок какой-то забрал. А, вот тут проход есть куда-то, офигеть. Не видел. А, я туда... А, могу попасть. Я думал, что не могу. Чё, и внутрь попасть нельзя. Интересно делать. Ой, цену DLC. Ну, что-то непонятно. Подарки какие-то собираю. Опа, это значило бы. Ну, вот я понимаю, что мне вот туда вот. Смотрите. Вот сюда вот. Но я вот туда сбегаю. А тут тоже проход есть. Мало ли тут что-то есть. Ничего. Проверить надо. Ну, от слова совсем ничего не понятно, но бегаю я по улице. Подарки какие-то собираю. Непонятно. Типа смысл я понимаю, что мне куда-то идти надо. Понимаю смысл только зачем. Я сюда иду. Типа я мог проползти снизу, да, я понял. Ну, типа, я туда не попадаю, окей. Пошли тогда. А, снизу я не мог ползти. Ну, олень. Ну, не очень-то и страшно, я понял.
как сталкер, господи. Надо куда-то бежать срочно. Ну, бежим. Успели. Что такое желтое? Вот подарок вижу. Не знаю, что я собираю, зачем я это собираю. Я иду и иду куда-то. Вот я спустился, окей. Ну тут домик есть. Ну как бы все. Ну как бы идем дальше. Не понимаю просто. Подарочки собираю. А толку от них? Неизвестен. Да, поползем. Под танком еще. Что-то я не понял. Обосрался он. Так присядь-то. Я должен успеть куда-то добежать. Какое-то укрытие, а в какое? Бля, кругом один лес. Я не понимаю, куда бежать. А, типа пофигу. Куда бежать, что прятать? Ну, блин, из-за этой растительности. Ну все, я типа пришел. Я вот пришел к самолету по комнате. Все. Есть мое задание. Немножко не понял. Прикола. Тут все, тут тупик. Я вот оттуда пришел. И все, оно никак не кончается. И все же где-то есть проход куда-то. Да нет, чё-то не вижу. Всё, локация закончилась. Понятно, короче, какая-то хрень. В чем выход из игры? Нажимаешь крестик, и он тебе... Да, сейчас выйдет интересно. Вот есть еще... А это NPC. Это вот что такое? Ну, скажем, DLC. Ну, скажем, Storm is coming. Мы левую пробовали, теперь надо правую попробовать. Левую я ни хрена не понял. Там какие-то подарки просто лежат, и все. А что делать, я так и не понял. Ну, руки. А, это типа продолжение истории? Или чего это? Опять наш герой. Ключ. Так страшно, господи. Он тут стоит.
Че, мины? Так не пройдешь. Интересно. Это невозможно подойти слева, чтобы он не увидел. Уже можно увидеть. Как говорится, во всех стелс-играх. Я сейчас вот прям буквально за дверь выйду, он что-нибудь скажет мне. Дверь нельзя закрыть. Ну, прекрасно. Ключики мы взяли. Можем дверь закрыть? Нельзя. Опять здесь. Я не знаю, что это. Это я... Блять, да я же не задел ее. А, сохраняется она именно так. Блин, вот реально, вот я ее не задевал. Она сама взорвалась. Что, под ноги, что ли, смотреть надо? Типа, в чем прикол? Закрыто. Конечно, куда же нам надо? А мы надо именно туда, где их побольше. А, так это еще и не все. Так понимаю, нужен ключ. Ну и что тут? А тут второй, да, чудик? Ну да, тут второй. А его типа можно зарезать? Круто. Мстители. Получено достижение. Ну, правильно, он меня, типа, кинул к паукам. Хотя сказал, пойдем, я тебя выведу, а сам кинул. Произвол судьбы. Потом еще они опять меня связали. Не по-человечески. А его можно. Он стоит тут. Понятно. Это мне приглючилось. Ребята, на пушку.
А так вот ради прикола. Ну вот я туда хочу сходить. Вот тут. Интересно. Твою мать. Куда идти? А, там гном. Страшно. Гном. Ну и... А мне свет-то включит обратно? А, вот. Да-да, он прошел. Но тут никого нет. Ведь, ну... Чё тут я не могу, ёпти. Он пролез. Лопни. Бля, мерцающий вот этот звук. Закрыто. Закрыто. И куда мне? А, вот в гном. Я не понял. Чего? Че, обратно что ли идти? Да не. Я не могу. Да и выйти не могу. А что делать? Интересно. Трубу я какую-то взял. А что с этой трубой делать, не знаю. Интересно. И где логика? Прикол-то в том, что ни одна и ни вторая не работает, дверь уже. Ну, маус. Чё он горит? Горит вот это вот. Ну нет, тут ничего. Вот. Я опять в потемке. Не вижу ни хрена. Вот сюда вот. Тоже ничего нет. Блядь, это пиздец какой-то. Ни черта не видно. Ну был чувак, он пошел направо. А-а-а! Господи. Эту надо было взять. Конечно, вниз, куда же я еще могу провалиться? О,
А, это электронный. Настоящий. Роботы? Настоящий пути. Хорош. О, вертолет. А тут смерчи какие-то. Только в DLC нету озвучки. Уже реально начался такой стелс. Ну, пока что в начале. Но в основном что-то тут особо ничего. Ну, не знаю, может пригодится, может нет. Ну, пригодилось. Ну, типа, я испугался. Чувак. Дрыхнет. Ну, пускай дрыхнет. Ну, вообще непонятно, где мы находимся. Солнце какое-то там светится или что? Дорога. Описываю все, что вижу. Да, войти в дом такой я не могу. Короче, пока немножко вот это DLC непонятное. Ну, одного мы зарезали. Опять машины. Заросшие плесенью. Дорога. Мост. И гномик в самом верху сидит там. Пусто. А я что-то где-то брал? Что ли? Как, скажем, наверх забраться? А, я понял. Возможно. А, ну да. Правильно. Я вообще не понимаю, зачем я их собираю. Просто есть, ну почему бы нет? Ну, конечно же, вертолет. Который будет мешать моему проходу. Уже второй, кстати. Там был гном? Серьезно? Почти я его там не видел. Интересно. Опять какая-то такая пошла. Перебора. Просто идти вперед. Ну вот опять бункер. Пусто.
пусто. А, я нашел сигнальную ракетницу. С виду вообще обычный пистолет. Нарисован так. По крайней мере. По сигналку для вертолета. Но ее сейчас увидит еще кое-кто, да? А, там же этот с РПГ был. Он ее сейчас. Он сейчас собьет вертолет. Ну, я же говорю. О, а тут и у него и этот. Нифига, там еще и фура. Бух. Вообще после такого они не выживают. Забрали? И все-таки он стрельнет. А, ну типа все, да. Все, да? Ну, все. Пускай будет этакий конец. А типа, если мы бы того бы не зарезали, мы бы до сюда бы не добрались бы. Кстати, D7. А, ну они, в принципе, преступники. Поэтому они и врали, что там никого нет. Ну, вот теперь понятный конец. А то как-то в обычной части она вот так у тебя оп и закончилась, все. Ни конец, ни финал, и вообще какой-то сюжетной линии как-то не, такого не было. Все, ладно, теперь понятно. Теперь все ясно. Ну, теперь на этой счастливой ноте можно и заканчивать. Игру мы прошли. Мы и игру прошли, и DLC прошли. Investigator. Игра, ну, я бы не сказал, что она прям такая сверх-мега-пупер интересная, но на один раз сойдет. На один раз в нее сыграть сойдет. Не, если кто-то, конечно, любит повыполнять достижения, я могу сразу сказать, что на вот этих 10 уровнях, на каждом уровне есть гном. Вот гномик такой, вот его надо собрать. Типа есть задача типа собрать 3 гнома на протяжении 10 уровней, 5 гномиков собрать и там эксперт собрать на каждом уровне по гному. Ну да, это достаточно просто. Возможно. Или всего 5 гномиков на 10 уровнях. Но они разбросаны. Там на первом есть, на третьем есть гномик. Это еще вот тут вот я его находил. Не помню, в какой главе. Короче, ладно, понятно. Говорится, всем спасибо, кто присутствовал на данной записи. Всем пока-пока.